скажу тебе да. Если бороды нет, то и нет мой ответ. Хей-хоу, друзья, всем привет, с вами Борода, и мы начинаем, ребятки, мы начинаем серию прохождений Звездных войн. Начинаем мы эту серию по вашим просьбам. Лёва, да, по твоим просьбам в том числе, ты очень просил, и пожалуйста, я слышу, что вы говорите, просто нам все нужно время, и вот сегодня, с этого именно ролика, начинается серия прохождения легендарной серии игр Star Wars. И начинаем мы именно с игры Jedi Academia, Академия джедаев. Почему с нее? Ну, потому что, как по мне, это логично. Начнем с Академии джедаев, узнаем, откуда же выпускаются джедаи, где их и чему обучают. И после этого уже начнем проходить следующие игры. Так что я предлагаю начать. Ну, давайте-ка мы начнем с Падавана, пожалуй, и дальше от игры к игре мы будем повышать наш уровень мастерства и будем брать сложность повыше. Ну, а сейчас мы начнем с Падавана. Думаю, это будет более чем логично. Мы выберем расу, которую нам тут предлагают. Так, Забрак. Тихо, тебя можно обращать? Нет, ну ладно. Так, Забраки, Твилок. Вот, я люблю за Твилоков играть. Так, ну, сейчас мы еще посмотрим, кто тут есть. Кельдоры. И все, да? Давайте-ка мы возьмем Твилоков, да? А Твилоков мужчин нету. Ну да, ладно, хорошо, Твилек. Мы будем играть за Твилека. Так, цвет. Фу, вот, в принципе, симпатично. Так, голова. Так. Вот с камушками. Мне это с камушками нравится. Так, тихо. Вот это было. Туловище. А что-то посексуальней. Вот. Это более-менее сексуально. Тут хороший такой разрезик. Мне нравится. И ножки. Ну, конечно же, мы оголим ей ножки. Дабы было приятно играть. И это будет вроде как сексуально. Так что, кого возбуждает Твилеки, ставьте пальцы вверх. И выбираем то, с чем мы будем. Но на данном этапе у нас особо-то выбора нет. У нас только есть одиночный меч. Выберем рукоять. Так. Сейчас мы посмотрим, что тут есть. Так. Хорошо. Вот эту возьмем. И цвет луча. Так. Вот. Так, вот этот, хорошо, все, поехали. Вообще я люблю играть или с шестом, или двуручным мечом. Ну да ладно. Да, давным-давно, в далекой галактике. Ну, в общем, все как обычно. Бла-бла-бла, тра-ля-ля. Star Wars, стандартная музыкальная заставка и прочее. Везде все всегда одно и то же. Ну, поначалу я предлагаю посмотреть, так как это первая наша игра. Первая наша серия. И насладиться. Я утихаю. Мы прибываем в Академию через несколько минут. Так. Ну, я проходил несколько раз, если честно. Я помню, что там где. Ну так, отчасти. Мы будем джедаями. Изучим пути силы. Сможем создать световой меч. Конечно, у тебя уже есть. И на задницу показывают. Тренировочных мечей. Я бы не волновалась по этому поводу. Ничего не могу поделать. Я хочу составить хорошее впечатление. Кажется, он волнуется. Ну, то есть у тебя уже есть световой меч. Так какая что она лучше меня. Актуальная это, кстати, да? Меня зовут Рош. Ничего так. Как по мне, очень даже ничего. А он стрёмный, бля. Он стрёмный. Джейден. У тебя этот лазерный меч. Долгая история. Так, у нас авария. Я хотел попытаться это все ускорить, и вроде как могу, да? Да. Хорошо. Академия вызывает на связь. Слышите меня? Все под контролем. Мы совершаем экстренную посадку в нескольких кликах. Опа-на. Знакомый парнишка, не так ли? Хорошо. Мы пошлем шаттл, чтобы он подобрал вас. Можете оставить учеников у ближайшего храма Мусаси. Окей. Академия вас понял. Будет сделано. Так, вроде как пропустил. Для этого задания никаких инструкций не будет. Хорошо.
Окей. Тут должны быть какие-то способности. Ой, как он меня бесит со своим голосом. Так, все обычно, по управлению все простенько. Тап, ой, пробел, прыжок. Тихо. Двойного прыжка нету, да? ЛКМ удар, ПКМ бросок. Хорошо. Так. А что ты... Ага. Да запрыгни. Да я смогу, смогу. Дайте только мне забраться обратно. Так, ладно. Так, ПКМ, конечно. Так, существа. Да я сделал тебе мост, иди сюда. Окей, так. Блин, немножко чувствительна мышка. Так, ну самую малость-то. Так, вижу первого врага, это ящерицы. Так. Ятрен батон, я убил своего чувака. Сори. Сорян, да. Так. Сможешь ли ты пробраться туда? В общем, короче, эти ящеры, они... Да заткнись ты. Они орут постоянно, в общем, поняли? Вот в чем фишка. Где вы? Так, есть. Убил. Так, хорошо. В общем, я буду быстрее него бегать, а то ну его нахрен. Так, это еще у нее нету ни прыжка, ничего. В общем, самое что не... Но я по памяти бегу. Я помню, что да как там. Так. Заткнись. Давай, умирай. Да ты умрешь? Ты смотри, что творит. Так, ладно, меня покоцали на это хрень. Это... Да, хрен в пальто ты, а не джедай. Так, в общем, способности. Где-то должны быть способности, но пока что их нету. Так, записи, все это дело есть. Так, отлично. Да чё ж ты сразу-то не можешь убить его? Окей, это все, короче, ребят, ну вы понимаете, джедай, академия джедай для того, чтобы научиться играть. Хорошо. Может, ты используешь... Отлично. Ага, пожалуйста. Так, главное опять его не убить. Тут сейчас должны, по идее, появиться эти солдаты. Чьи-то там. Ну, как я и говорю, я пока что это помню. Я тоже любитель серии Звездных войн. Так как... ну и поэтому я проходил их несколько раз. Так, тут нужно будет засейвиться. Давай, сохраним игру. Замечательно. Так, хорошо. Двигаем дальше. Блин. Так, смотрим, что у нас тут. Это все, если можно пропускать, я пропускаю. Вы извините, там, если что. Так, да, вот, пожалуйста, первый наш враг. Отлично, убил. Отлично, убил. А стволы можно... Воу-воу-воу-воу. Ребята, кажись, тут будет жестко. Первый мой враг. Так, первый мой джедай. И я так легко его убиваю. Ну, конечно, я понимаю, что я нападывание играю. Это изи вообще. Но, тем не менее, я убил джедая с первого раза, грубо говоря. Даже не умер. Так что это хорошо. Вначале затупил немножко тем, что убил своего. Но бывает, бывает. Так, они там чего-то делают. Она, блин, ну она сексуальная, это ядрить батыть. Недаром я ее так приодел, но реально, ну приятно смотреть. Я надеюсь, вам тоже, друзья. Я надеюсь, вам тоже приятно смотреть. И обязательно пишите мне об этом в комментариях. Что хотите увидеть, что хотите услышать и прочее, прочее, прочее. Так, нас приветствуют в Академии джедаев. Начало, ребятки, с этого все как раз таки и начинается. Так. Они рассказывают о том, какие знания мы приобретем, чему научимся, и все в этом духе. Так. Несколько учеников одному учителю. Сейчас назовут, кто с кем будет, у какого мастера. Замечательно. Вы пойдете к мастеру Катарну. Джейден Корн. Вы тоже будете работать. Отлично. То есть мы с этим чуваком будем напарниками. Окей. И да пребудет с вами сила. И ничего не было. Отлично. Но воздух вокруг храма был странный. Как будто темная сторона исчезла. Угу. Так, они какую-то хрень заподозрили. А это интересно.
Конечно, мы готовы. Мы готовы! Я думаю, ребят, вы тоже готовы. Так что, я думаю, у нас все будет хорошо. Кайл, окей. Так, хорошо. Так, я это все пропустил, ребята, и у нас начинается первое задание. Ну, точнее, это уже второе задание. И так как это второе задание, и это тренировочная площадка, я предлагаю на этом моменте закончить. Роликов будет по Звездным Войнам много, я буду их делать короткими, буквально по одному заданию. Так что, друзья, если вам понравилось... эта задумка по поводу серии, если вам понравился ролик, то пишите в комментариях об этом, ставьте пальцы вверх, и да пребудет с вами сила, мои юные падаваны.